Спецыялісты лясгасу мяркуюць, што ад ласяня адмовілася маці, якую нешта спалохала. Узрост маленькай жывёлы каля 7 дзён, гэта дзяўчынка. Сабралі камісію, приехалі на месца, да, пасмотрелі, действительно, лоша бросила маленькая эта теленка, он, ну, истощен. Привезли, немножко водой попоили, молоком, конечно, это немножко не то. И вот, ну, решили быстро отвезти на реабилитацию буйнича. У Могилевском зоосаде для лосяня подрыхтовали часовый дом. Специалисты поведомили, что самочка, отчувая себе добра, есть аппетит. Коли живела призвычится до новых умов, я ей переведут у вольер. Самочцы теперь подбирают мянушку. Вероятно, знайдыша назовут символично – Найдой. И будут растить невесту для молодого лося, что живе у зоосаде.